дискуссия двух дней на конференции – это серьезный шаг к сближению позиций и грузообразующих отраслей, и железной дороги, и операторского сообщества. Один из самых острых вопросов – это в каком формате, на какие сроки планировать перемещение по сети, перевозки груженных вагонов, перевозки порожних вагонов. И железная дорога, и владельцы подвижного состава, и грузоотправители, и, что особенно важно, грузополучатели, которые в конечном счете платят за все. Это равноправные партнеры, которые обязаны учитывать специфику друг друга и специфику технологий и находить достойные компромиссы. И отраслевая наука тоже в этом должна играть не последнюю роль. Методы, алгоритмы компромиссного управления – это то направление, которое активно развивается в нашем институте УАО НИАС, которое сегодня дочернее общество УАО РЖД. И горизонты в понимании этих процессов раздвигают такие мероприятия, как сегодняшняя конференция.